Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня, продолжая тему, что мы можем сделать своими руками совершенно бесплатно, я хочу вам показать вот такие вот украшения, которые вы можете сделать сами или ваши дети вам подарить на или бабушке, или маме на день рождения, на 8 марта, на что угодно. Сегодня я вам покажу, какие я сделала украшения из обычных ниток, какие у меня завалялись, и из проволоки. В следующем видео будет мастер-класс на эту тему. Если вам понравится или вы захотите что-то сделать для себя, то смотрите следующее видео, мастер-класс, как это сделать. Это можно сделать буквально за полчаса, я вас уверяю, было бы желание. Вот такие вот украшения. Они, конечно, больше подходят для зимы, потому что они сделаны у меня из шерсти, но точно так же можно их сделать не только из шерсти, а можно их сделать и из ириса, и они будут выглядеть на лето прекрасно. Так что оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь, если вам интересно, что будет дальше, чтобы не пропустить мои видео, и смотрите мастер-класс.